Искомый результат дипломного образования – это хорошая профессиональная интеграция выпускников и, таким образом, их участие в развитии социально-экономических секторов, в которых они работают. Получение этого результата обусловлено качеством процесса учебного проектирования, который ведется для создания и управления предложением образовательных программ. Этот процесс можно представить как 5 последовательных этапов. Каждый этап действует как ограничивающий фактор, то есть если даже один из них плохо проведен, это повлияет на общий результат. В этом модуле каждый этап данного процесса будет представлен в форме одной части. Первый этап – это анализ экономического сектора. В чем интерес и целесообразность подготовки выпускников в данном экономическом секторе? Здесь мы рассмотрим количественные аспекты, определение количества выпускников, которым нужно дать образование, характеристика типов должностей, которые они займут, и требуемый уровень квалификации – технический работник, старший технический работник, бакалавр, мастер. Это требует тесной согласованности с профессионалами, анкетирования, точного анализа должностей и профессий и проспективного анализа. Этот этап будет разделен в модуле на две части. Второй этап – это анализ академического контекста. Он затрагивает вовлечение учреждения в разработку данной программы. Мы изучим политические и институциональные намерения. Каковы академические рамки, в которые вписывается программа? Какие программы уже существуют? Идет ли речь о подготовке инженеров, бакалавров или программах непрерывного образования? Мы также изучим нормативно-правовую базу и узнаем, существуют ли уже связи с профессионалами. Для этого нужно будет консультировать директивные органы, управленческие команды, собрать всю нормативную информацию, анализировать управление этой программой и потенциальные препятствия в реализации этой новой учебной программы. Мы также проведем опрос об отношениях между университетом и профессионалами.